У меня уже кадрят. Опа. Сенсис. Йоу! Устал сидеть на месте и смотреть Лигу справедливости? Придется посидеть еще немного, потому что тут ты просто не сможешь устоять. Это концерт Института нефтегазовых технологий. Погнали! Чем ты тут занимаешься, Данил? Актер. Кого ты сегодня играешь? Ведущий. Роль писалась под меня. Весь сценарий, весь концерт и дата, все подстроилось под меня. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь в концерте? Кто ты? Я сценарист, актер, декоратор, визажист, стилист. А маньяк? Название концерта. Размер не главное. На Оскар будете претендовать? Конечно. Я сделал статуэтку Франка. За это время ни разу не поставил десятку. За весь концерт или за все концерты, которые прошли? За все концерты. Угадайте, почему? Как давно ты являешься администратором этого стема? Ну, это, получается, мой первый концерт. Я вот такая думаю, так, надо концерт сделать, а ничего не знаю. Но так как я еще администратор и культурный молодежный центр сам ГТУ, я все знаю. И Лиля такая тебя, тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Скажи, как ты попал сюда, правда? Ну, я танцую, мне сказали, если ты танцуешь, значит, ты должна танцевать. Ты в этом танцевальном коллективе уже, получается, второй концерт, то есть осень была, сейчас весна. Да. Я просто знаю вас всех наизусть. Ха. Как меня зовут? Продолжаем разговор. У вас есть деньги, я нашла! Все найденное в зале ни мне и моим друзьям никогда не принадлежало. Такие крохотные люди произвели такое большое впечатление на зрителя. Это был Институт нефтегазовых технологий. Следи за нашими публикациями ВКонтакте, Инстаграм и на Ютуб. Скоро увидимся.